Доброе утро! Самый удобный и комфортный летний вариант платья женщины уверенно позаимствовали в мужском гардеробе. О модных платьях-рубашках сегодня и поговорим. Платье-рубашка сегодня присутствует в гардеробе практически всех девушек. И тех, кто работает в офисе, и тех, кто отдыхает в жарких странах. И светских красавиц, и приверженец нормкора. На самом деле, оно живет в женском гардеробе больше 100 лет. Сначала женщины надели мужскую рубашку всего лишь для занятий спортом, а затем, оценив ее удобство, начали использовать в повседневности. Это можно увидеть на иллюстрациях художника Чарльза Гибсона, получивших название «Девушки Гибсона». А еще благодарить за эту актуальную и практичную вещь нужно бунтарку моды Коко Шанель. В далеком 1916 году именно она создает культовое платье-рубашку, решив раз и навсегда извечный вопрос – что надеть? В середине 20 века популярности этой вещи добавил и другой гений моды – Кристиан Диор. Альтернативой модели с поясом на талии и рукавами с манжетами стало платье с пышной плиссированной юбкой и короткими рукавами в стиле нью-лук. Спустя десятилетия свою версию платья-рубашки представил легендарный Ив Сен-Лоран. Его знаменитая вариация на тему сафари и нынче является предметом вожделения коллекционеров и постоянным источником вдохновения для дизайнеров. Сегодня на подиумах мы можем видеть такие платья, сшитые словно копии фрачных сорочек, модных сегодня рубашек поло в стиле минимализм, в бельевом стиле, платье-сафари, как у Ива Сен-Лорана в прошлом веке, только яркого цвета, платье в эстетике макси-минимализм, а также гранжевое платье, готические и авангардные образы, созданные с помощью этого предмета одежды. В этом сезоне дизайнеры создают платья-рубашки с актуальными сейчас воротниками-стойками, глубокими фигурными вырезами на передней половинке, с косыми супатными застежками, без рукавов, но со складками на талии, с асимметричным верхом, модным вырезом на животе, со шнуровками, регулирующими приталенность изделия, и, наконец, с пышным поясом-бантом, который, если что, можно завязать и на шее. Современные платья-сорочки шьют из легкого натурального шелка, хрустящего накрахмаленного хлопка, мягкого и пестрого твида, оптически отбеленного льна, а еще из тонкого эластичного трикотажа. Такие платья бывают не только однотонными, но и в клетку, в полоску, в цветочек, в неравномерный горох, с рисунком в стиле оп-арт и с очень популярным этим летом градиентом. Платья этого фасона украшают обильными драпировками, ажурными пластронами, вышивками в технике ришелье, инкрустацией стразами и даже длинной шелковой бахромой. Сегодня длинные платья-рубахи носят с брюками, а также внедряют в многослойные комплекты. В мужском гардеробе длинные сорочки тоже модный тренд. Особенно популярны со всяческими отделками из светлого льна, белые хлопковые с накладными карманами на груди, из тонкой белой кожи, завязанной узлами, а еще объемные полосатые, словно из 90-х прошлого века, и пестрые с графическим принтом. Платья-рубашки или платья-сорочки могут решить сразу несколько проблем. Их можно носить как самостоятельные изделия, с брючным комплектом, тогда они заменят вам жакет, или поверх другого платья, тогда они сыграют роль летнего пальто. И это может быть одна и та же вещь. Поэтому, выбирая важную обновку этого лета, прикиньте все варианты. Будьте практичными и рациональными, а ваш гардероб скажет вам спасибо. Успехов вам!